Надо ножом. Давай к нам, машину. Давай. Неся службу, находился на маршруте патрулирования 50-го километра Волоколамского шоссе. К нам подошла взволнованная женщина, попросив о помощи. С ее слов, в автомобиле ее дочери находится ребенок, который подавился инородным предметом и задыхался, попросив нас сопроводить до ближайшего медицинского учреждения. Доложив о ситуации в дежурную часть 11-го батальона, приняли решение сопроводить автомобиль. При сопровождении стало ясно, что усугубляется дорожно-транспортная ситуация. Пересадив маму с ребенком в патрульный автомобиль, проследовали дальше. Прибыв в больницу, передали маму с ребенком врачам, где была оказана своевременная медицинская помощь.